Слава Богу, слава Иисусу Христу. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, всех вас приветствую и благословляю с Нижнего Новгорода. Привет вам с России, с Поволжья, с региона там, Поволжского региона. Здесь слияние Волги и Оки. Я сейчас на берегу Оки и передаю вам большой привет из России, благословение вам во имя Иисуса Христа. Здесь есть евангельские, такие хорошие, живые церкви, библейские школы, и в одной из этих школ я преподавал в эти дни. Это школа от Ассамблеи Бога, и студенты, братья, сестры очень жадно брались за эти знания, хватались, и я думаю, что Господь поднимет среди них очень много толковых и очень успешных служителей на Ниве Божьей в последнем времени. Дорогие друзья, всех вас благословляю именем Иисуса Христа и надеюсь, что эти семинары, они пригодятся в записи очень многим христианам, православным, протестантам, католикам, потому что написано у Иоанна: «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Истина Божьего Слова приносит нам свободу, и познание правды исторической, оно помогает нам освобождаться от многих лжеучений. Здесь, на берегах Оки, Волги, много было событий, много происходило всякого. Знаете ли, и здесь в 20-е годы было пробуждение, много людей каялось, отдавало свое сердце Иисусу Христу. В начале 90-х, после падения безбожного Советского Союза, также очень много людей обращалось к Господу. Но сегодня, уже в 21-м столетии, сейчас заканчивается 2011 год уже, знаете ли, мы ожидаем еще большего излияния Духа Святого. Множество покаявшихся грешников, новые церкви. Мы ожидаем излияния Божьего Духа, но не просто мы занимаемся такой религиозной маниловщиной, не просто мы ожидаем, знаете ли, просто ждем. Нет, мы что-то делаем для осуществления этой мечты, потому что вера, она в действии. Вера есть осуществление ожидаемого. И это наше осуществление ожидаемого и вытекает из уверенности в невидимом Боге. Слава Иисусу Христу! Пусть Бог благословит вас. До встречи. Еще раз привет с Нижнего Новгорода. Привет с России. Привет с Поволжья.